и прошлого, под каким он Привет, был в друзья. Прекрасном состоянии. Это я лекцию читаю, там, как свой мозг, как мозг работает. Давно, много лет назад я создал новую модель работы мозга. Вова, круто, я крутой, я крутой. Супер, да, супер, супер. Вы представляете, дело в том, что я сейчас делаю вебинар, потому что я вчера работал с онкопациентом, ну, целый час. Ну, говорит, она говорит, слушайте, почему у всех получается, у меня не получается, мы целый час работаем, работаем, работаем. И вдруг я сказал одно слово какое-то, и триггер включился. И она говорит, слушайте, а что со мной произошло? И так стало хорошо, и стало легко, и так чудесно. Целый час до этого разговаривали, слушайте. Одно слово, ключевое слово какое-то подействовало. Я потом анализировал и понял, какое это слово. Господи ты мой, я вот этому хочу посвятить вебинар. Да. Ключевое слово. Да, вот мы его все время произносим, но не обращаем внимания, потому что, ну, проблемы у нас, страхи, тревожность, беспокойство, там, желудок болит, спать не могу. А это ключевое слово я постоянно произношу. И вдруг я его произнес к месту, и она вдруг услышала его. И так сделала, и сразу количество перешло в качество, и состояние сразу изменилось, и глаза засветились, и щечки стали такие, как у Будды, нирваны и все прочее десятое. Ну, потрясающе. Я всю ночь радовался, думаю, какой же я молодец. Сам осознал, что я много лет практически инстинктивно делал, поэтому помогал. Поэтому давало эффект. И почему многие люди все время ко мне все равно обращаются, потому что я сколько ни объяснял, сами не... Потому что я вот этого слова ключевого... Ой-ой-ой. Слушайте, а там большой смысл. Ну хорошо, не буду томить, я скажу, что за это ключевое слово, но там на вебинаре расшифрую и на практике поймете, что это такое вебинар для новичков. Именно для новичков, потому что именно вот этот цимус, как говорится, вишенка на торте, сразу поможет многим новичкам сразу ухватить суть метода. Да. И использовать его в разных назначениях, самых разных. Так это слово ключевое, я вам сейчас скажу, чтобы не томить, чтобы вы не думали, что я интригу делаю, я просто счастлив, я радуюсь. Это слово называется ключевое, знаете? Переживай. Да, но я там раскрою, в чем суть. Потому что тоже опять пролетит мимо. Делайте разгрузку, делайте ключевые приемы, я говорю, переживай. Опять пролетит, потому что одно дело логика, понимаете, а другое дело практика. Поэтому делаю вебинар. Приглашаю всех новичков сразу освоить суть метода. Снимать страхи, настраиваться на будущее, выздоравливать быстрее, подключать метод к другим методикам, какие хотите, чтобы поднять их эффективность. Пожалуйста, для здоровья и для творчества. До встречи.